нравится здесь. Депутаты Совета депутатов Надежда Смирнова и Юлия Мамай проводят опрос среди посетителей обновленной детской площадки на улице Молодежной, 50. Четвероклассник Павел Зацепин выносит вердикт игровой и спортивной территории. Мне здесь очень нравится, потому что здесь очень много всего прикольного появилось. Горки, качели, прикольные снаряды, спортивная площадка и даже нормальное поле сделали. Резиновое покрытие. Да. Покрытие резиновое. Только одни плюсы. Минусов я даже не вижу. Химкинские народные избранники вместе с работниками территориального управления микрорайона Новогорск-Планерная проверили площадки, которые были отреставрированы по просьбам жителей. Ранее горожане обращались с предложениями о благоустройстве этих территорий к лидерам движения общественной поддержки, депутатам городского совета Надежде Смирновой, Евгению Иноземцеву, Артуру Каримову и Юлии Мамай. Идея химчан появилась на портале «Хижонлайн» и набрала много голосов. При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина придомовые территории включили в программу губернатора «Мой двор». Работы выполнены, и сейчас задача – услышать мнение местных жителей. Это губернаторская программа, которая подразумевает комплексное благоустройство дворовых территорий. Вот мы сейчас находимся на площадке. Если вы видите, площадка очень большая, она поделена на множество зон. Здесь есть зоны для работы, для игр с песком, для самых маленьких ребят. Здесь есть большие комплексы, где ребята постарше могут безопасно лазить, спускаться с горок, подниматься. Есть канаты, веревочные лестницы. Все это без острых углов, все это безопасное. Здесь есть зона для отдыха, лавочки, где мамы могут отдохнуть, где старшее поколение может выйти, да и просто, в общем, все желающие. Вот эта многофункциональность сейчас характерна для всех площадок, которые в нашем городском округе. Осмотр площадки на улице Молодежной, 50, прошел без замечаний. А вот на улице Дружбы, 4, у местных жителей замечания были. Здесь нам не нравится, родителям не нравится горка, которая упирается в ограду этого участка. И очень скользкие полотно на горке. Эти недостатки мы устраним. И это здорово, когда рядом с домом есть такие площадки. Когда можно выйти с друзьями, с соседями, с детьми, поиграть, заняться спортом. В 2021 году по программе «Мой двор» отремонтировали 21 площадку. В 2022 году в плане на реконструкцию 51 детская и спортивная игровые зоны.